Фамилия, имя, отчество. Азунгуев Ачир Олегович. Число, месяц, год рождения. 17 декабря 1904. Звание. Капитан. Должность. Старший офицер. Номер воинской части. Войсковая часть 31-134. Место дислокации. Поселок Калининск, Московская область. Какого числа вошли на территорию Украины? Не могу сказать. Численность техники, на которую вы заходили? Тоже не могу сказать. В смысле не могу сказать? Ну, я откуда знаю. Примерно сколько? Какая техника была? Ну, БМП, БТР, САУ. В какой области входили на территорию Украины? Тоже не знаю. Число? Тоже не знаю. Сколько дней назад? Сколько дней назад? Ну, я не могу сказать, сколько дней назад это все произошло. Ну, день, два, неделя. Ориентировочно где-то, может быть, в 30-х или 20-х. Нет, 28-го, 27-го были. 28-го. Какие задачи ставишь на территорию Украины? Я не знаю. В смысле? Не знаю. Ты неделю находишь на мне. Нет, я не нахожусь неделю. Я всего лишь здесь 2 дня. Какая задача ставилась? Мне необходимо было забрать военнослужащих по призыву 4-х. И фамилии? Примахин, Морозов, Абросов и еще там, не помню, честно. И что дальше с ними надо было? Все, и я с ними должен был уехать. Куда? В какую сторону? ППД, пункт постоянной дислокации. Командир воинской части. Полковник Харитон Виталий Александрович. Кто задачу ставил вам сюда приехать и забрать? Ну, у меня нет этих информации. Я не располагаю этой информацией. Я совсем другим занимаюсь. Что вы хотите передать руководству части и президенту вашему? Да что ему передать? Не знаю, подумайте. Ничего такого. Ну, то, что есть один момент, то, что когда меня приняли очень хорошо. Люди сразу подошли, у меня не было вещей, дали пальто для того, чтобы забота имеется.